22 апреля, 89-я годовщина со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Дом-музей в Горках посещают тысячи трудящихся советской страны. Сюда приезжают люди со всех стран земного шара. Здесь Ильич любил отдыхать. По этой аллее он часто гулял. В Московском Кремле бережно сохраняются квартира и кабинет Владимира Ильича. Величайший государственный деятель здесь работал в первые годы молодой Советской Республики. Эти кадры, снятые при жизни Владимира Ильича, сохранят для поколений бессмертный образ основателя первого в мире социалистического государства. Ленин и теперь, живее всех живых, наше знание, сила и оружие.